Если Следственному комитету мешает какая-то мафия, например, мафия педофилов, то Следственному комитету было бы неплохо почитать положение о себе любимом и узнать, что борьба с мафией – это его прямая служебная обязанность. А то получается, что уважаемые руководители сетуют на то, что они не выполняют своих собственных обязанностей. Может быть, стоит отвлечься от политически ангажированных дел и заняться своими прямыми обязанностями?